На этого, на утюга. Посерединке который. Бля, я не помню, почему меня не перетащили. Че, сам зашел, да? Пришлось, сука. Шамиль, о, здорово, Шамиль. Это, Настя, чё, вопрос. Да. Здорово, Кирилл. Два токена отдела ФБ сделала, Майя? Я их пока отложила. Пиздец, Скрин. Отдай мне плечи, ёбаный в рот, блядь, просто. Я ничего не отдам. Не мучай, блядь, вещи, пожалуйста, дай мне. Ага, не мучай вещи. Отложила она, ёптать. Да. Понял, да. Я отложила, знаешь, 4, ну, 4 соберет, когда она отложит их, не будет одевать. Она подождет, пока вот Каргер, там печеньки и апнет, чтобы сразу. Да. Там ЦЛК я сразу все 4 апнутые только тогда наденет. Ну, не, в Каргер она будет ходить, блядь. Я не знаю в чем, но просто в апнутом Т9, там, ну, сколько, 245 максималка у нее или 2, или сколько? 245, это 9. Вот, она апнет, короче, Т9 и будет в этом гонять, нахуй. Хорошо будет, что я могу сказать. Там же, по-моему, Т9 до 258-го апается. Да, мне тоже что-то хуево, блядь, кажется. Да? Ну я не шарю. Ну может. Вроде, вот за эти трофеи, ёбаные. Угу. Мне Т9 не надо, мне нужно Т10. Рел, мы сколько убиваем этих башен? Ну, идем ХМ. Чё? В ХМе? Или конечно. Минус? Плюс 2? Плюс 3? В ХМе. Настя, а где мой близкий? А у нас люди умеют? Твой близкий бухает. А не знаю, как люди, но мы-то умеем. В смысле, а где мой близкий? Мы умеем. Бухает? Тёма где-то бухает, да. Где-то в на улице там где-то валяется. Не, он собрал свой, поехал бухать. Всем привет. Добрый вечер. Привет. Ай, бля. Орклич. Слушай, вот видишь, сверху летают такие вертолетики. Ты их должен сбивать. Ага. У тебя приход, что ли? Какие вертолетики? Он чедан с вертолетики. Там же вертолетики. Орк Лич, блядь, придумал еще. А теперь там цепочечка у тебя на картиночке. Притяни, нажми на колчедан синенькую фигню и притяни его, пожалуйста. Там не цепочка. Слушай, я с тобой говорю, нет? Там не цепочка, я тебя поправляю. Чтоб ты глупо не казался. Я глупо кажусь, даже когда молчу. Никого это не уделяет. Орклич, посмотри на это, на панельку. У мотоциклов крючочек, да? Че? Говорю, у мотоциклов крючочек там. И у тех, я не помню, какая кнопка номер. Крючочек. Какие крючочки, ты че? Колчедан, чтобы подтянуть. Ты да он уже все, пенсия в бабке заделался, крючочки у него там, шиньончики. Ой, блядь, вчера запретили материться и хуесо сейчас. Теперь терпеть только теперь остается. А чё, подожди. Как вот объяснить, если надо колчедан подтянуть? Не тянет? Мне подтянули, не знаю, как тебе, у меня все хорошо. Вон, видишь, так. Еще один справее. Попробуй его. Куда мотоцикл отдай? Черкеза, отдай колчедан. Ну, это мои стаки. Подожди, что, не работает, что ли, опять колчедан или стаки, или что, я не понимаю. Все работает. Работает? У меня все работает. Да. У меня хороший пассажир под названием Лунг. Релок нас быстро подвис. Да, мы не расстроимся. Понятно, да. Андрюха, кто у тебя сидит наводчиком? У меня тут наводчиком? А, да. Сейчас, Варлок. Варлок, на какую кнопку ты колчедан притягиваешь? Номер скажи. Орклич. Да тройку он тебе вон. На колчеданчик и троечку нажми, пожалуйста. Жидкий колчедан. ЛКМ. Троечка. Хорошо, вот прямо перед нами, блядь, тоже пропал. Просто ноль проф. Здорово. Если бы ты так водил, тебе бы права никогда в жизни не дали, братан. Это пиздец какой-то. Все, Орклич.
ушел от меня. Ой, а можно я буду это стакать? Не знаю. Собака будет стакать. Говорит, собака хочет. Да, там кто-то по подъезду шарохает. Тёма, наверное. Тёма. Нет, поверь, там паника была бы совершенно другая. Там всех согрели внутри? Да, там все чистенько. Красивенько. Все. Чик. Лок, шкаф. Меня слышно? Да. Перезайду. Я, можно я с вами скажу кое-что? Говори. Парни, заходите в настройки голос видео. Измените режим ввода голоса на рацию. Тогда сможете говорить. Кто хочет говорить, тот и изменит. Да, они тут прошаренные. Если они могут тоже говорить. Ну, с телефона как бы такое себе, конечно. Ну да. На мышке удобнее. Чего-чего? Ты хочешь хэми закрывать? Давай эту землю убьем херам. Только потеря времени. Ну, земля зелененькая, вон там внизу. Да, чтобы эти цветы, потому что я, конечно, понимаю, что его порезали, но это мы потратим столько времени, которого нет. Ну почему? Это же быстро делается. О, господи, быстро, когда все знают, что делать, а не когда колчеда не умеют собирать. Главное, что мы знаем, я тебе говорю. Мы можем попробовать, если будет первый трай, то бабочки закрыть. Только вниз не спускайтесь, пожалуйста. Слав, пригласи подавана. Он в сеть вошел. Затем, что хэмы проблематично походить с людьми, которые не сыграны. Ну блин, даже если я разобралась, как это что делается. Даже. Да, навряд ли мы за трип понесем ее. Ну я просто, ребят, с вами где-то до 8 вечера, потом надо будет. Почему тут до 8? Это не самое сложное. Самое сложное — это когда лучи. Ноги замораживаются. Самое сложное — это синяя. Мирон цель. Вот некоторые катят и не докачивают. Да, у меня сиров что-то это не радует. Если у меня есть 2 минуты, я фласку могу купить сейчас, по идее. Я могу поделиться, если надо. Да мне хоть бы МП5. Да без проблем. На дружку. Сейчас зайду только. Есть МП5, есть СПД. Вот МП5, она стоит там 3 голды. Оп, закрываем, да? Это уже разбили. Так что... Трусы сядьте, кто собирать умеет калч даны.
Void Frozen. Починись. По факту. Ну ладно. У меня загрузочный экран висит. Не, не ошибок, ничего. Просто обнова вышла, все раз выебывается. Так и живем. Оно как бы подгружается, но очень медленно. Че, можешь пока нагрузится эту тактику для тех, кто не знает? Это самое. Можно я кое-что вспомню? Точнее, спрошу. На разрушках на втором пилоте кто сидит, сбивает колчедайна и собирает тогда? Да, все, спасибо. Я это хотел спросить. И когда надо, ускорение прожимает. Когда надо? Ну, получается, к примеру, смотри, ситуация такая, твой этот разрушитель выбрали в цель, как только твой водитель начинает разворачиваться, ну, либо голосовую команду дает, либо ты видишь, что он уже начинает убегать от Левиафана, ты просто прожимаешь троечку и регулярно подбираешь колеса клатчедан. А, все, понял, спасибо. Вот что ты видел, что он реально все начал съябываться. Разрушитель, к примеру, ты прожал троечку и сразу же ищешь где-нибудь ближайший колчедан еще. Соответственно, твой разрушитель будет кратковременно иногда поворачиваться, чтобы колчедан опять еще раз обновить. И опять убегать. Ну, контролировать ситуацию. Понял. Чтобы это увидеть, наверху будет такая фиолетовая стрелочка. Если берет цель. Да все гружусь, пол загрузки показывает. Да, уже выбрал. На персонажа загружает. В ромбе есть, на разрушителе. Я могу ошибаться, я слепой. Сильно не сбивайте, потому что это перед самым пулом сбиваем, потом запускаем, они обновляются, так его будет больше.
Сейчас я на минутку отойду. Кто там уже засыпает? Че у тебя по времени? Ну-ка. Вот он. Ну. Время у детское. У меня еще хуже время. Первый час ночи. Да, и завтра на работу еще. Плюс 7 нам вообще весело. 8 утра. Вставать. Да, мне чуть попозже вставать. 12. А чё у тебя за халява работа? 12 вставать. Ну, в смысле, Аскона? Аскона, да. Странно было бы, если бы менеджеры, которые продают матрасы и комфортный сон, сами были разбиты и не выспавшиеся. Я, ну, короче, да, нашла подвох. У меня стимфоном доту обновлял. Прикол. Тут коза, короче, была вчера уже под конец рабочего дня. Собака же... очень громко. Ой, простите, сейчас. Громче тебя она просто гавкает. Короче, вчера время почти пол восьмого. Я на работе. Заходит парочка. А я не слышу их, потому что я в наушниках лежу на матрасе, слушаю музыку. Они, значит, проходят через весь зал. Мы пересекаемся взглядами, блин, приходится вставать, что-то там шевелиться, как-то консультировать. Ну и мужик такой выдает, типа, так, ты, говорит, лежала на этом матрасе, значит, он самый комфортный. Ну, собственно, они его и купили. Идеальный продавец. Интересно. Да, в конце он сказал, что... Хорошая тактика продажи. Да-да-да, типа самый лучший менеджер. Я бы не удивился, если бы тебя повысили за это. Так, мы сейчас пройдем. Да. Чё у нас на Эршаме висит бой? О. Пусть просто сделает ТП на плац. Она в инсте. А, нет, она не в инсте. Ставьте шкаф. Сегодня еще, короче, ребята пришли. Настолько хорошо мы поговорили, что они купили на 270 тысяч. И кровать массажную, и диван, все, что нужно было, все купили. Молодцы. Давай, брат, поехали. Лок, вылези, поставь шкаф. Да все, уже присумонили. Поставил. А, уже все? Не вижу просто за машиной. В реальности бы такой машины. Так, сумон не вижу. Еще раз. А сейчас? Сейчас вижу. Все лечу. Это хорошо. Надо, походу, выдавать штрафные санкции. ГП минус 100 кроллов. Да, без проблем. Было бы, что ролик будет 25. Рел у нас ДК. Да. Все остальные молчат. Void Frozen. У нас и Рел. Говорят только наводчики и водители машин. Грузится, наверное.
Как же плохо, что в Ульдуаре так много порталов. Не, просто значит на каждом портале будет 5 минут грузиться. Да можно до пару минут. У меня ульдар подгрузится еще. В ромбе они, если не ошибаюсь. Вообще это какой-то... А, да если плюс коляску, есть, коляску и хардмод сейчас откроет и все. Давайте начнем. Она умрет и дальше пойдем там пролагать, прогрузиться. Вперед, ребят. Танки. Колчедан собираем и проезжаем. Роков собирай, Колчедан. Еще собирай, Колчедан. Еще у меня 5 штук всего. Блять, возьми, запоминай. Уже не лейте мотоцикл, пожалуйста. Все, хватит, все, хватит. Кас, почему никто не сбивает? Танки. Еще собери Колчедан. Колчедан подбирай, Оргрим. Сорян, она что-то не подбирал. Писит меня уже, блядь. Ты упался. Наконец-то. Еще собирай, вон слева Колчедан и собирай, тяни. Первое чего? Плюс. Это мы Хэйми закрыли или нет? Пол Хэйм. Это... нет, это была очень облегченная версия. Это оп был, считай. А это на успех можно ролить или нет? Поднимите, пожалуйста. Давай ТП в кузню делай. Всех по очереди, либо за проходкой. Окей. Давайте обосымер, дружок. Ой-ой-ой. А не, ок. Сколько у нас паладинов? 3? А можно я с паладинами поговорю?
В общем, я раздаю каски, Сакуми раздают кулаки, а этот третий паладин как там? Прочитай нормально. Холли-пали, раздает МП5. Чего никто прочитать не может? Ну, в смысле не может? Галдлирия. Ну, дурацкое слово, но Галдлирия. Галдлирия. Меня это просто человек с ником на Г, поэтому просто хэпал. Я приоритет чуть-чуть подшаманила, обеспечили задачу. О, грузится быстрее. Это зря, Мелизон. Раздайте пока бафы. Пока мы бабьем кулаки, каски. Паладины, вы какую жагу кидаете? Сакум кидает синюю, я желтую. Ты не кидаешь желтую, ты кидаешь тоже синюю. Я желтую кидаю. Ты кидаешь синюю, я кидаю желтую. Зачем? Желтую не надо кидать тебе. Желтую кидать в ходе. Хэпал всегда кидает. Ну ладно. А что там, рецепт будет на кузнечку ролиться или нет? Демон... Сакуми, следующий стан даешь ты. Пойти демон аспект, говорю, может
попросили. Встаньте все под мобов. Они у вас не будут чаржиться. Шаман, масяня. Можно предложение сказать? Лучше лок. Либо хант. По причине того, что он может выдать 10 косарей. Рё? Хорошо. Не рыбу ставить со специями? Слав, у меня вопрос. У нас 6 хилов, что ли? У нас просто сова, да. Она не бьет, а хилит. Мы вводим или бурстим? Это у меня спрашивали, да? Я не спрашивала, я просто говорю, то, что сова в воде хилит, а не в дереве стояла. Так изначально брали ее как хила. Вопрос исчерпан. Просто до этого был другой РЛ, я не знаю, жрец вроде бы или что. Это этот же человек, он постоянно в другом аккаунте. Это я один понял. Тот же человек. Ну, я писал, что у нас код, 2 ретрика и эрдру. Меня, походу, все-таки лучше менять, потому что у меня все еще не подгрузилось. Я вас вижу на мини-карте, но рейд у меня не подгружает. У нас просто на месте бегаешь. Буду, видимо, пораньше в дни обнов заходить, потому что это плохо. В руке. Я в руке, голем идет. Я в руке. Я в руке. Я упал. Я
Велибор отдает ВР по давану. Меня снимите голову. Опять убили. Теперь в курсе. Настя, поставишь стол потом, пожалуйста? Спасибо. Как бы прошу прощения, но первый раз так плохо все. У меня проблема может быть, у меня тоже Вов не грузилась, типа, когда апдейтер. Если до конца не проапдейтил, у тебя Вовка может даже не грузиться, типа. Надо, пусть она подождет полностью апдейтер, заапдейтит его, тогда заходит. Нормально все будет. Ну я на мозг перезагружала раза 4, чтобы зайти, в принципе. Через ран просто запускай игру, и все. Я вот запустил апдейтер, он пока мне не проапдейтил до конца сам, меня в игру вообще даже до логина не пускало, просто черный экран, зависшее окно было. Сегодня же обнова, да, какая-то была? Там получается, какое-то время.
Кто у нас старший по гарпунам, если не кивает, тогда будет. Так, товарищи милики, если вы стоите в огне, и танк не уводит мобов, это не означает, что надо стоять в нем и дальше получать поебалу. Ваша жизнь — это ваша задача, а не танка в данном моменте. Так мобы. Бернич. Меня вот только что убили. Ну, когда она села, Геру не дали, кстати. Или не дается на первой. Вроде всегда на первой Геру давали.
летит. Тоже стоите. Активировал четвертую. Пашам, хиль себя еще, пожалуйста. Я могу кидать, я в тот раз кидал, у нас, в принципе, три эрдру. Ретреауру поменяйте. Звездочку сыграли. Левая пачка, звездочка.
Из щитка выводи. Звездочка, печенька. Утилятора либо грипните, либо стан дадите, на 20% какас пойдет. Сбейте. Под компакт-бота подошли все. Все. И здесь его убили. То же самое проделываем со второй пачкой. Звездочка. Кружочек. Сердце не переводим, с белой, рейндж с черной тоже. Все. Бомботов из куч вылавливаем, РДДшники убивают. Вы босса бьете? Да. А я ж прошу, сом. Вроде не слышно было. С черной выйди. Что делать теперь? Эрдружка. Так далеко не убегай. Может, не залутайте, пока я не... Я сейчас быстро залечу. Это навряд ли. С темной отойди, чуть подальше. Молот. Там молот. Я писал сколько еще до трэша по. И... Ты лучше говори в голосовой чат, потому что не всегда же чат чекается. Ну, пойми это. Правая куча. Бомбот, передняя левая куча, сова. Отойди, сова, отойди. Я за меня не переживаю. Отойди. Угу. Все, остановись. Выйди с частицей. Бегом. Все, остановись.
кстати, заметил, Войд, я хламоботом, когда даю массовый стан, они после него на месте стоят и не бегут никуда. Это можно будет обузить потом, когда хрен сделают. Правда, там только большие выходы. Повезло, что не на эрдру. Молот, портал, заходи и ТП делай. Вестибюль. Андрюха, диспель. Сейчас, если что будет. Мобы кидают лужи, такие красненькие, под вами из них уходят. Толпа стоит в луже в красной, вышли совы, вышли. Алло, милики, вам вообще похуй, типа. Чё? Приведёшь его? Лоб большого бан.
Да они уже купаются. Нам последний раз писала, что пошла рестартить ноут, она в Дискорде это написала. Прока, ты тут? Нет? Встаньте. А, он вроде отходил посуду мыть. Почему-то они вынесли, вас все похоронят, блядь. Прибав, дайте каски, кулаки. Интеллект. Каски раздай, Пол. Я уже сделал. По паладинам раздай каски еще раз.